экономичный комплект гидрофойла от Crazy Fly с алюминиевой мачтой. Карбоновое крыло достаточно большой площади 1000, оно легко взлетает, и изогнутая форма добавляет ему стабильности при движении по прямой. Также очень неплохо получается поворачивать. И, конечно, алюминиевая мачта чувствуется, но, в принципе, комплект едет очень неплохо. На днище есть несколько закладных, которые позволяют настраивать положение мачты под свои нужды. И поверхность палубы покрыта мягким ковриком, а также закладные под петли можно установить целых 3. Будучи в воде, гидрофойл не топит корму, и доска лежит ровно. Конечно же, у доски нет объема, и поэтому она недостаточно жесткая. Это только не только искривление линзы, но она немножко гнется. И это чувствуется, когда вы на ней едете. Но это не мешает достаточно активно кататься на этой доске. И самое главное, на мой взгляд, для учебной, она, касаясь воды, не зарывается, а снова отлипает, и вы можете продолжать разучивать свои новые элементы. Поэтому это неплохой комплект.